В семейной жизни столько же подвохов со стороны мужей, детей и жен. А одному считается, что плохо, шахтер не шахта, похотью сожжен. В великой ярости низверженный дракон лютует, ищет, как бы проглотить. Он с неба сброшен, в битве был сражен. За каждым шагом только и следит. Без искушений дымных шагу не ступить. Укоры, критика от самых задушевных. Все от того, что скинули посты, и как не быть столь массовым крушением. Развод, аборты, детская преступность, плоды отсутствия молитвы и поста, беспамятство, беспечность, похоть, тупость, упущенное сгинуло, вовек не наверстать. Не может быть, что враг не одолел не только демон, но и ислам, китайцы. Сторона духовных палачей, коллег, сумел же враг их храму подобраться. Без веры в Бога тропка только в ад, без руководства Духом Божьим в пропасть ада. Масонский план Россию закопать всю до конца и память без остатка. Нам не о нравственности надо толковать, а о спасении души Христом Иисусом. Враг сатана подкрался словно тать и Библию сокрыл в мозгах и в чувствах. Борьба за души ангела и беса. Они толкают исподволи каждый на свое. С кем пожелаем проводить мы вечность, по трубы щи ликуем и поем. Душа моя, не ошибись ни разу, за щечевичный суп теряя первородство. Трудись на поприще, не подражая праздным. Сил на победу у Христа и спросим. 10 ноября 2008 года.